встречи изменить можно. Всех поклонников уже известного мебельного города приглашают в еще один торговый комплекс в новом месте, но с уже знакомым названием. Мы тоже решили заглянуть и оценить ассортимент. На мысу и в заречной части нашего города открылся, пожалуй, самый большой торговый комплекс «Мебельград-Сити». Совершая покупки в торговом комплексе «Мебельград-Сити», вы также становитесь участниками розыгрыша «Призовые субботы» в Мебельграде. Дом начинается с прихожей, а наша мебельная экскурсия – с кухни. Заблудиться невозможно. Соревнуясь за внимание потенциальных обладателей, в ряд выстроились всевозможные гарнитуры. Тут и благородная классическая мебель сдержанно демонстрирует богатство натуральных материалов, позолоту и неизменно хороший вкус. Рядом блестит глянец современных кухонь с яркими рисунками на фартуках и сочными оттенками фасадов. Если кухня – это не все, что интересует гостя, продвигаемся дальше. Тут главное не зазеваться, а то потянет прилечь и отдохнуть. Ведь впереди выставка мебели для спален и гостиных. Детские и взрослые опочивальни уже собраны в комплекты. Есть гарнитуры с подсветкой, благодаря которой мебель словно парит в воздухе. Есть интерьеры, будто сошедшие с иллюстраций королевских спален. И предметы мебели для тех, кто ценит прежде всего здоровый сон. Некоторые кровати оснащены ортопедическими матрасами. Начав обустраивать гостиную с выбора шкафа или стенки, логично подумать о новом диване. Берем пример со счастливчиков, для которых муки выбора уже позади. Осенью купили квартиру в Звездном городке, сделали ремонт и встал вопрос о покупке мебели. А тут такая удача, открылся огромный мебельный магазин. И уже сегодня мы приобрели диван, очень долго искали и именно здесь купили. Если приобретение сделано, бегом за шансом стать одним из победителей счастливой субботы. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вы должны совершить покупку в любом из салонов нашего торгового комплекса и за каждые 10 тысяч в чеке получить купон у администратора. Следующий розыгрыш состоится 27 мая. Разыграны будут видеорегистратор, мультиварка, телевизор, капсульная кофемашина и 5 волшебных призов. 26 августа состоится розыгрыш главного приза автомобиля Рено Каптюр. Вот так покупки могут стать ключиком к большому везению. Советуем попытать удачу.